сегодня у нас тут радость и счастье, мне кажется, потому что сегодня, именно сегодня, стартовал второй сезон нашего замечательного сериала «22 сына». И начали очень хорошо, потому что все ужасно друг по другу соскучились. И здесь потрясающая просто атмосфера, у меня просто сейчас большое счастье какое-то, я разрываюсь. На нее вот так делаешь, и тебе очень идет твое, тут, естественно, в грудь уперся, да, твое... В нашем втором сезоне появляется новый персонаж. Это очень симпатичная девушка, должен вам сказать по секрету. Так что ждите, ждите. Для меня это новый проект. Я новый персонаж. Ироничная, веселая. Такая Мэри Поппинс. Да, мы только что разбили тарелку. Это как на подводной лодке, наверное. Нужно разбить бутылку шампанского, а подводную лодку, тогда она поплывет хорошо. А также нам нужно перед началом наших съемок, после первого кадра, всегда есть такая традиция, мы разбиваем нашу тарелку. Каждый берет себе по кусочку, на счастье. Собственно говоря, вот, да, маленький кусочек у меня уже есть. Мне кажется, это то, что мы будем носить с собой каждую смену, держать в кармане. И смена пойдет хорошо. Поплывем мы в правильном направлении. Пусть это будет смешно. Ну что? Давай. Раз, два, три. Смотрите сериал «22 сына» на СТС.